Привет, ребята! Где Гашек? Гашек дома. Наливай, наливай, ребят. Когда ты пьяный, вышел в стрим. Ну, блин, ребят, ну такое бывает. Я же не говорю там, никого не шлю же. Так пообщаться, да и все. Не более того. Видел разоблачение на ваш канал? Видел. Но это просто не разоблачение, это просто люди завидуют нам, вот и все. Я не хочу их оскорблять. Они занимаются своим делом, пускай занимаются. Я не хочу этого делать. Ребят, давайте выпьем за вас. То, что вы нас смотрите, хотя бы поддерживаете, вот это мне самое главное важно. Я этот канал поднимал с самых низов с Гашком. Я вас всех люблю, даже, ну, всех, которые про меня даже хуёвые пишут там и говорят и тому подобное. Я просто вас люблю, да и все. Честно. Я хотел как-то... Не хотел перед вами там выпендриваться, что-то из себя строить, крутого там какого-то. Не, да я не крутой. Я обычный парень просто, и все. Просто охота была, чтобы вы просто поддерживали нас с Гашком, и все. Не более того. Ты бухой, да, я бухой, ребят. К сожалению. Ну давайте, ребят, за вас. За наших подписчиков. Что случилось? Да ничего не случилось, ребят. Пизда с хуем разлучилась. Вот и все. Что случилось? Да ничего, все нормально. Бывает такое, что не знаешь, куда себя просто бывает деть. И хоть ты крутой, хоть ты блатной. Хоть ты какой бы ты ни был, а душа-то у всех одинаковая. Понимаете? Вот это вот самое-самое такое плохая штука, когда ты вроде и такой стараешься, и такой ты можешь быть, и таким ты можешь быть. А по большому счету совершенно не так, ребят. Депрессия. Да нет никакой депрессии. А лицо-то довольное. Ну нет. Да какой довольный, ну господи. Если бы у меня было лицо довольное, ребят, у меня уже давно его нет довольного. Вы сами прекрасно видели, прекрасно знаете то, что в роликах просто я хожу как, сука, как мертвый человек. То, что я улыбаюсь, это сквозь зубы. Вот, это честно, это правда. Но некоторые люди просто будут говорить то, что я обратно как... Ною там, что-то делаю. Да не ною я. Я просто оправдываюсь перед вами, как вы любите. Вот и все. Гашка пиздатый пацан. Он круче меня, знаете, в чем? Потому что он просто, знаете, он добрый. Он добрый, он любит, ну, как сказать, он душа компании, ребят. Он никогда не ругается ни с кем. Он даже с женой не ругается никогда. Он с детьми не ругается. Его Санька любит, ребенок. А я просто конченый ублюдок. И все. А про Гашка я правильно сказал. Он нормальный, серьезный парень. Это просто я такой уебок. Конченый. И мне просто, ребята, все заебало. Знаете, насколько? Вы даже не представляете. Это я этот канал раскрутил. Я. Это я канал этот раскручивал постоянно. Вот. Ну, Гашек, он нормальный парень. Но я просто такой вот. Мы постоянно с ним прикалывались, то, что мы, как нас называли, добрый и злой полицейский. Вот мы постоянно с ним так делали. Вы все думаете, то, что как-то что-то наиграно. Да не, наигранности вообще никакой нету. Не, Гашка, он пиздатый парень, честно, искренне. Гашка, он охуенный, искренне. Искренне пиздатый парень, он душа компании. Вот. Знаете, он какой? Ну, он, конечно, ссыкун в чем-то. Он, конечно, ссыкун, Гашек. Но он на самом деле друг. Он нормальный парень. Он хороший человек, да. Вот если вот так вот с ним просто общаться, да, вот, он хороший друг. Ну, это правда. Ну, а я...
Я просто этот, как его... Я просто так... Я просто уёбка. Который канал 16-го года веду. И постоянно это делал. Нет, мы это делали с Гашиком постоянно. Суки, не ной. Да не ной, ребят, да чё вы, сука. Ладно, извиняюсь. Простите меня то, что я там как-то был не такой какой-то. Одно и то же говоришь. Да я говорю нормальные вещи, нормальные. Да потому что вы такая же семья, как... Честно сказать, мне постоянно пишут просто. Мне говорят: Диман, ну, блин, я просто не прихожу с работы, я ваши видосы смотрю. Постоянно, то есть... Да много у меня таких сообщений было, то, что, типа, наши видео просто смотрят, как, ну, знаешь, после работы приходят и отдыхают просто с нашими видосами. Просто, ребята, понимаете, не в деньгах дело. И Гашка денег не зависит, и я не завишу от денег. Вы просто хотели делать контент, чтобы вам нравился. Чтобы вам нравилась история какая-то. Всего лишь. А получается по-другому. Все. Мы вас любим. Я вас уважаю. Да спасибо, ребят, большое вам. Да, ребята, вы просто понимаете, знаете, я вам просто расскажу. Вы знаете, допустим, это называется просто нервный срыв. Ребят, честно. Хули трясешься? Потому что нервы, ребят. Нервы. Знаешь, что я хочу? Просто проснуться от того, что... Ну, не было бы ничего. Я вообще не знаю вот так, кого, как ты. Такое бывает. Угу. У меня в жизни такого не было ни разу. Чтобы я так хотела. Я тебя не боюсь. Я хуёвый какой-то человек. Если ты мне сделаешь боль... Не, ну ты сейчас сказал то, что ты... Да ты не хуёвый человек, Дим. Ты не хуёвый человек. Просто вот, ну, вот так вот происходит. Ну, происходит то, что мы не можем с тобой вместе. Вот и все. Ребят, да честно скажу, если у вас любовь есть, допустим... Пирожок. Нет. Господи. И все. Да все нормально будет, ребят. Простите меня. Искренне. Бывают такие моменты, просто даже рассказывать неохота, честно. Искренне. А ты думала, 1 000 000 просмотров легко получить? Нет, я не хотел даже это получать. Я просто хотел со своим зрителем просто поговорить, вот и все. Искренне. А не из-за того, что там 1 000 000 просмотров там или еще что-то. Нет. Такого у меня нет в голове. Кого-то за яйца тянешь. Да я никого не тяну. Мы с Гашком вместе. Вот. Ну, Гашка отдельно, а я отдельно. Гашку не надо никаких вопросов, если я сегодня что-то говорю. Я говорю только чисто за себя, а не за Гашка. Мне просто с вами серьезно говорю, не то, что по приколу разговариваю, потому что из вас смотрит то, что взрослый, любит. Серый, выпей сотку, может, блин. Ребята, я просто вам могу сказать честно. Да мне хоть сотку, хоть трикой какой-то не полегчает никогда. Нету того человека рядом с собой просто, вот и все. Это печально. Я вас люблю все равно. Я вот прям обнимать вас буду. Честно. Я не знаю почему. Потому что вы изначально со мной. С Гашиком.
Ну, с Гашиком. Гаша и Серый, это, ну, это мы.